хочу порекомендовать вам канал Татьяны Куприяновой. У Татьяны очень красивый сад. Она рассказывает о том, как ухаживать за растениями, показывает свои великолепные розы, гортензии, а какие красивые хвойники у нее на участке. Все в саду у Татьяны посажено с любовью, все ухожено, такие красивые грядочки. Татьяна живет в Волгограде в своем доме. Сад – это ее увлечение, ее хобби. На канале у Татьяны есть еще и интересные простые рецепты. И еще одну важную тему освещает она – это голодание. Это видео собраны в отдельном плейлисте. Посмотрите обязательно, кому интересна эта тема. Подписывайтесь обязательно на канал Татьяны. Ссылочка будет внизу под видео. Подъезжаем к садовому центру. Дарвин. Вот он. А, вот еще, смотрите, открыли. Мы сюда тоже зайдем. О, надо же, не было раньше этого садового центра здесь. Акция 1500. Вот мне нравится метельчатая. Так, метельчатый. Тысяч. Так, это горная сосна, 13500. Это яблоки декоративные. Смотрите, какие красивые. Яблочки. Вон желтые есть. Три 400. Интересная расцветка. Как будто выгоревшая хвоя. Ой, какая красивая. Бриллиант корейская пихта, 8000. Ой, какие шишки. Оригинально. Так, это у нас что? 17000 корейская пихта. Силберлок. Как будто вывернутые, смотрите, хвоинки. Красивые. Так, вот это, похоже, дюрин. Сейчас посмотрим. Да, дюрин. Вот дюрин я бы купила, честно говоря. У него красивые листва, и дёрен очень хорошо смотрится вместе с хвойниками. Так, кстати, сколько он стоит? Ага. А, у меня, значит, не чистец. Вот это и есть овечьи ушки. А то, что я у мамы выкопала, это лихнис.
такое. Медуница очень красиво цветет. Это в основном такое северное сибирское растение. Ой, живучка у меня такой полно. Ой, бадан какой гибридный, смотрите. С мелкими листьями, у меня с крупными. Так. А вот это мой любимый очеток. Я сейчас еще в Дарвиновском центре посмотрю. Если там нет, то можно здесь купить. Вот такой красный мне нравится. Это вообще как сорняк астра. Ой, синюха. У меня синюха росла на севере. Вот смотрите, цветочки какие. Очень выносливое растение. Что может быть вкуснее чая в машине? Здесь есть кафе, кстати, но оно никакое. Поэтому я и решила лучше с собой взять бутербродики, чай. Ну, в машине все это вкуснее. Свое, домашнее. Вот у меня какая здесь вкуснотень. Это я поджарила на гриль бутербродики с колбаской, с сыром. Ой, какая яркая. А может, желтые или что-то красивые? Какие вот, посмотрите. Желтые, реально. Смотрите, родермахера как сформирована. Здорово. Смотрите, какая монстера интересная. 1300. Интересно. Дианея. Мухоловка. Вот этот кактус называется тещин стульчик. Смотрите, какие у него иголки. Какая красивая хиверия. Литопсы, живые камни. Эту Агланему обожаю. Какая оригинальная краска. 1500 горшок стоит. Обожаю такие фикусы. Купить, что ли? Смотрите, орхидеи по 100 рублей. Со скидкой.
рублей. Слушайте, можно взять. Вадик, с тележкой подъехай сюда. Сиреневая. Так, а я какую взяла? Надо посмотреть, здесь записано, нет? Розовая. А, разная. Немножко здесь листик, но я думаю, ничего страшного. Так, сейчас еще какую-нибудь выберем. Их надо пересадить. Это яркая, видите? Тоже 99 рублей. Так, ну что, еще взять? Так, это какая? Не написано. Здесь, смотрите, цветонос даже свежий. Правда, листья покоцанные. Да, листья, конечно, не важные. Сейчас посмотрим еще. Так, это какая? Сиренево-белая. Очень сильная розетка. Возьмем. Так. Вот, смотрите, еще с цветоносом. Корневая система хорошая. Так, 5 штук взяла орхидей. Надо горшки посмотреть. Так, горшки. Так, вот горшки, вот эти. У меня в таких сидят уже орхидеи. Я такие возьму. Так, не буду ли я жалеть, что я мало купила? Вот что. Сейчас посмотрим еще. Жадность фраера погубит. Так, сиреневый опять. Сиреневая. Не занести бы мучнистого червеца. А здесь он есть. Смотрите, если увидите, вон он сидит. То есть все растения надо дома промывать. Вот сидит червец, вон он. Смотрите. Сейчас я в своих посмотрю. А то занесу домой гостей. Ну, на карантин-то и так пар ставить надо. Так, нет, здесь не видно. Здесь не видно, все нормально. Какие колеса красивые, но их легко вырастить из семян. У меня семена взошли, наверное, на четвертый день. Поэтому вполне можно купить семена и вырастить вот такие прекрасные колеса.
луковицы. Луковицы можно купить поштучно. Здесь тюльпанов очень много, вот их цена. 15 рублей. Смотрите, какая красота. Все для декора. Флорариумы хорошо в таких вазах устраивать. Вот семена колеса. Смотрите, какой красивый. Взять, что ли? Что-то я запала на колеса. А вот смесь. Смесь разных. Возьму смесь, посею. Да, в мешках возьми один мешок. Вот мирабель с семенами. Смотрите, как у меня корнями растет. Вот он. 15 рублей. Декоративная, 519, разного цвета, смотрите, какой хотите. Стоим на кассу, затарились. Я вам потом покажу, что мы здесь купили. Вот здесь свечки всякие красивые. Сейчас все погрузим в машину и поедем домой. Трасса загружена, все едут на огороды. Уже подъехали в Серпухов, дождь не заканчивается, тут небольшая пробка. На сегодня я, наверное, буду влог заканчивать. Покажу вам в следующем видео, что мы купили в садовом центре. Покажу вам все растения, семена кое-какие я купила, цветочки. В общем, все-все я вам более подробно покажу в следующем ролике. Что-то случилось. А как он так попал на встречку-то? Непонятно. Чё там? Там ДТП, перекрыли две полосы, встречкой не проехать. Понял.